Друзья, всем привет! Приехал я на кукурузу, которая под поливом, под капельным. Обещал заснять. 5 минут тут у меня появилось приехать. Попробую снять одним кадром, без монтажа, без ничего. Потому что времени особо нету снимать. В общем, урожайность получилась. Вот он скосил, посчитали тут полполя вчера вечером. И получилось 80 центнеров. Хозяин поля говорит, добиваться 100 центнеров и отлично было бы. Говорит, можно спокойно, с опытом. Кто следил за каналом, видел, какие входы были. 50% сразу зашло, а которая вторая зашла, уже качанчик маленький, видите, которая вторая позже после полива зашла. А так качаны ничего, первые. Качаны хорошие, а которые уже после полива, видите, из-за нашей засухи зашло все не одновременно. Хотя бы были равномерные входы, урожайность была за 100 точно, а так получается 80. Воды ушло примерно 3000 кубов на гектар. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Если я вдруг неправильно что сказал, я напишу. Вот и считайте. 3000 кубов на гектар. По рубль 75. Это если я правильно высчитал. 5 копеечками ушло на воду только. Понятия не имею, почем кукуруза. В наших краях кукурузу вообще никто не сеет. Вот это попробовали под поливом. Но он говорит, на следующий год будет опять сеять. Понравилось ему. Сейчас залезем на комбайн, посмотрим, как он там комбайна будет. И посмотрим, как будет высыпать машину. Кукуруза, конечно, высокая. Если на вытянутую руку, я даже на макушке не достану.
большая кукуруза у нас под поливом. Не знаю, в других областях слышал такое, что и 200 убирают. Не знаю, правда или нет. У нас кукурузу вообще никто не сидит. У нас тут очень большая засуха постоянно. Даже вон, видите, под поливом и ливом хорошо не 80. Первый раз я вижу, как кукурузу косят. В общем, видео снял вам, показал, как обещал. Жатка, наверное, такая у всех. Сейчас покажу жатку поближе. Наверное, аж такой жаткой сеп вот этот был. У нас такая была на подсолнечном, похожая. На колосе. Все, друзья, всем удачи. До встречи.